Реновация за 1,5 миллиона рублей. Эта спортплощадка недавно отметила свой 44-й день рождения, и прошедший капитальный ремонт стал для нее первым. Еще до официального открытия ее покрытие, корзины и ворота протестировали с мячом не только дети, но и взрослые. Выходят, занимаются. У нас в доме живет 4 мастера спорта по волейболу. Вот, и уже закидывали свои мячи, вот, давали ребятам мастер-класс. Это подарок ко дню города жителям улицы Новогинской делает компания мобильной связи. И тут же представитель одного из банков вручает главе города сертификат на строительство такого же спорткомплекса на улице Конституции СССР. День города отмечают не в Сочах, а в Сочи. Об этом гостям праздника напомнил большой воздушный шар. Здесь же на площади флага наградили наиболее активных жителей курорта.